Сегодня я вам раскрою маленький секрет, откуда начинаются все проблемы с нашим здоровьем. На самом деле это не экология, это не генетика, это здоровье нашего желудочно-кишечного тракта. Как только у вас появляются проблемы с желудком, желчным пузырем либо с кишечником, у вас начинает разваливаться весь организм, потому что у вас просто перестают усваиваться питательные вещества, которые вы едите, у вас будет на нуле просто минеральный и витаминный баланс, у вас появятся множественные дефициты, и все это, естественно, скажется и на вашем здоровье, и на вашей красоте, и на коже, и на волосах. Поэтому для того, чтобы наладить свое здоровье, в первую очередь вы должны проверить состояние желудочно-кишечного тракта и привести его в нормальное состояние.